Смотри в глаза. Запись уже идет. Сегодня у нас... Видишь? Вижу кольца. Я 12 августа. Ну, кольца, она, конечно, сейчас не разбирается за такую облачность. Видно, да? 19 августа 2021 год, Харьков. Видно, да, даже видно. 6400 ISO, а время 21.06. Смотри, смотри, смотри. Сбежал уже, да? Ну, это ж планета вращается. Подожди, подожди, нет, да, ты что, собак? Ты сбил уже. Тут надо на миллиметры. Слушай, я, по-моему, спутник вижу ниже Юпитера, ниже Сатурна. А ну посмотри, ниже Сатурна есть, там внизу такая точка была. Глазок смотри отсюда. Маркуляр. Я смотри, а что не видно? Да, точка белая есть какая-то. Ну, спутник Сатурна, значит, ничего всегда. То ли это этот? Может, это Титан? Давай я подвину чуть-чуть, конечно. А то он убежал от тебя. 1 миллиард. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Смотрим на экран, ловим, а потом глазом смотрим. Видно, да? Ну, точку я не вижу. Ниже Сатурна. А, ну уже, наверное, облаками закрыло. Пошли. Судок, ты что смеешься, убери это. Подожди, давай сейчас сразу из Юпитер снимем. В одном дубле, чтобы было. Ой, электробус снимем, да? Иди сюда, на Юпитер посмотришь. Так, сегодня противостояние Юпитера. Вот этого товарища, который над веточками. Иди сюда. Что? Хорошо, отлично. Собачки. Так от радости. О, я даже Калиста вижу, сынок. Иди посмотри. Что? Ну, обойдись там сюда. Смотри, у нас вижу, только что. Вижу, вон там вон, точка вон. Видишь, да? Да, вот она. Тань. Смотри. Да, хорошо, я осторожен. До него сейчас 600 миллионов километров до Юпитера. Противостояние. Да, ну что, и так хорошо была сплошная облачность. А слева это у нас Ио и замыкает шествие Ганимед. Ужасно ветрено. Хорошо. А где Луна? Пошли Луну еще. Обязательно, очень. Не, Луну мы сейчас не увидим. За деревьями. Ну хорошо. Следующий дубль. 19 августа 2021 год, Харьков. 21.10.